По многочисленным просьбам продолжу рассказ о самых неприхотливых комнатных цветах. О, сансевьерия! Что может быть неприхотливее? Кстати, у сансевьерии много разных названий. Пожалуй, самое популярное – это тещин язык, а? Похож. Или щучий хвост. Выбирайте, что вам больше нравится. Вот это, пожалуй, самая распространенная сансевьерия, трехцветная, видите, она из разных таких цветов. Очень красивое растение. Знаете, где я его раздобыл? Ладно, расскажу, на помойке. Кто-то выставил на помойке совершенно вот такой дохленький цветочек в консервной банке, там вообще замученный, замухрышка. Мне жалко стало, я его забрал к себе, посадил вот в этот горшочек. Это было где-то года два назад. Вот он, из замухрышки за два года вот, вот такой вот огромный цветок вырос. Сейчас я его буду пересаживать в ведро, потому что места у него уже нет. Очень неприхотливое растение. Видел я такие сансевьерии в открытом грунте. Это, как правило, в тропических, субтропических странах. Они растут просто на газончике. Вот так вот прекрасно растут, очень красивые. Ухода тоже за ним практически никакого-то посадили. Иногда их подрезают, там убирают усыхающие листья. Все, весь уход. Если вы долго не поливаете, а поливать сансевьерию надо часто, потому что ну, она просто вот выбирает влагу ну, буквально за день. То есть вроде вчера полил, опять почва сухая. Но если забыли полить, месяц она стоит и полтора месяца стоит и ничего. В общем-то листья у нее содержат много влаги, поэтому вот она запасает влагу. Поэтому очень неприхотливая, можете уехать куда-нибудь, приехать, в принципе, она останется жива. Ну вот, а сейчас я буду ее пересаживать, то есть это у меня растение для подъезда, оно будет стоять на полу в подъезде, будет еще выше в ведре. Вот просто я ее выну, видите, ой, вот корешочки, а вот здесь я вот этот вот обрежу, вырежу для дома. То есть сансевьерия лучше всего ее размножать именно вот такими вот деленками. То есть вот деленочку отрежу, а вот, все, могу сажать новый кустик. И, в общем-то, все замечательное, неприхотливое растение сансевьерия. И что еще могу доброго про нее сказать? Говорят, я это, правда, не проверял, сансевьерия – это чемпион по поглощению углекислого газа. Поэтому, если у вас в подъезде очень много соседи ваши надышали углекислого газа, поставьте сансевьерию, и будет совершенно другая атмосфера.